только вначале. Продукты в своей песочнице. А здесь просто играют в VR. Здесь просто играют в VR. А здесь просто играют в VR. Сейчас очень технологичный офис. Я твой отец, я твой брат. We are switching to next episode, shot 101. Команда в очень хорошем настроении, на площадке царит очень классная атмосфера, такая добрая, душевная. Немножко все чувствуют себя чуть-чуть детьми, все смеются, улыбаются, шутят. Обед! А в целом мы идем в графике, что очень радует. Все получается. Наши художники, постановщики просто прекрасны. Ну и все, вся команда вообще, все молодцы. Особенно наш режиссер Даня. Вот давайте попробуем. Я твой отец. Я твой отец. Я ты Зос. Была задача такая во взрослом мире, во взрослом офисе сделать все детскими средствами. Как если бы сделал это ребенок. Если, например, какое-то там рабочее место, как бы его оформил ребенок. Если бы это был компьютер, какой бы компьютер был из коробок, там, из каких-то из проволоки, из пружин. Вот важно было как бы очень художнически, профессионально подойти к этому вопросу, потому что тут очень большая нагрузка именно вот на художественную постановочную часть. Привет, меня зовут Коля, я из Украины. Ребят, ну я, блин, записываю важную. Нам нужно было сделать много реквизита, который по сценарию изготовили дети, который ассоциативно нам помогает понять какую-то некую работу офиса с ее внутренними уставами и свойствами. Один из самых интересных предметов, которые мы сделали, это голова робота и некий кабель, коннектор с офисом Малайзии. Это очень утрированные формы, которые напоминают кабель подключения 220 вольт. По свойствам профессии всегда оцениваю все на класс. И мы между локациями пытались там уловить какие-то особенности интерьеров, экстерьеров, дизайнов, внедрить это все, прочитать, считать айдентику бренда Exness, внедрить их брендбук и цвета в нашу декорацию. В общем, достаточно интересная работа. Старайтесь не нарушать пирамиду. Проект довольно сложный, в нем участвует целых 33 артиста от 4 до 13 лет. Снимаемся мы 3 дня подряд с 6.30 утра до 6 вечера, то есть такие полноценные рабочие дни. Некоторые ребята проводят с нами целый день.
Вадим, ты меня смешаешь. Брал интервью у эпатажа? Андрей Эпатаж, ты на каком этаже? Вы только не пугайтесь, когда вы его увидите, потому что, ну, вы сами понимаете, это эпатаж. Приготовились? Лет 7, я эпатаж. Дикая студенческая вечеринка, подробностей не могу разглашать. Хватит меня снимать, хватит снимать. Когда познакомился с прекрасными детьми, понял, что все у нас получится, и, по-моему, оно получается неплохо. Съемки подходят к концу, и на самом деле мне очень хочется сказать большое спасибо нашей команде, потому что команда у нас в этот раз просто очень классная, и все на своем месте, все большие молодцы, люблю, обожаю.